Когда я был маленьким, все думали, кем же я стану. Папа хотел, чтобы я, как и он, стал водителем. Так и есть. Полжизни я провожу за рулем. Физрук мечтал сделать из меня хоккеиста. Но я не пошел по этому скользкому пути, а стал ярым болельщиком Салавата Юлаева. И до сих пор играю в футбол. Сестра подшучивала надо мной. «Ох, и много же у тебя будет девчонок!» Как в воду глядела. «Девочек в моей семье немало!» С детства у меня много друзей. Все мы торопились стать взрослыми, пройти армейскую школу и стать настоящими мужчинами. Служить в десантных войсках было моей мечтой, и она сбылась. Я не только стал десантником, но и пел с голубыми беретами на одной сцене. А вот милиционера из меня не получилось. Хотя многие из моих друзей после окончания автотранспортного техникума пошли в ГАИ, и иногда не дают мне порулить. Была еще одна шальная мысль – стать нефтяным магнатом. Мечтать не вредно. Я все еще будущий нефтяник. Мы все могли стать кем угодно. Но делом моей жизни стала музыка. Наверное, это судьба.